5 марта войска 2-го Белорусского фронта продолжали успешное наступление. Наши подвижные соединения и пехота на широком фронте форсировали реку Лупов и устремились на восток. Отступая под ударами советских войск, немцы минируют дороги, взрывают мосты и переправы. Боями продвигаясь вперед, наши части вышли к городу Лауенбург и схода ворвались на его улицы. В Венгрии, северо-восточнее озера Балатон, противник усилил свою группировку эсэсовскими танковыми дивизиями и продолжал атаковать наши позиции. Ожесточенные бои продолжались и днем, и ночью. Советские пехотинцы, артиллеристы и бронебойщики огнем из всех видов оружия и контрударами отражают вражеские атаки. Только на одном участке отбито 20 атак. Места боев усеяны трупами гитлеровцев и разбитым вооружением противника.